Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Процветок». С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим об уходе за крыжовником рано весной. Пожалуй, крыжовник – одна из любимейших ягод нашего народа. Пожалуй, это самая богатая по содержанию различных сахаров ягода, наиболее пригодная для виноделия и по праву заслужившая название северного винограда. В каждом саду можно найти один, два, а то и больше кустов разноцветной ягоды. Но для того, чтобы эта ягода была здоровая, крупная и вкусная, о крыжовнике необходимо грамотно позаботиться. Итак, ранняя весна. Если вы не успели сделать обрезку крыжовника зимой, сейчас буквально последние дни, когда это можно сделать. Дело в том, что крыжовник начинает распускаться. Когда почки развернутся, сделать качественную обрезку и не повредить ветки будет очень сложно. А с потерей почек мы потеряем и будущие листья, и будущий урожай. Поэтому сейчас внимательно осматриваем куст и удаляем в первую очередь веточки. Поломанные, сухие, больные. А также те ветки, которые растут внутрь кроны, перекрещиваются, трутся друг с другом, накладываясь одна на одну. Таким образом мы делаем наш куст более ажурным, более просвечиваемым и продуваемым воздухом. Ведь в кусте, который очень густой, охотно поселяется та же самая мучнистая роса, а также куча различных вредителей. Можно сказать, что крыжовник и смородина – растения по своей культуре, по своему уходу довольно близкие. Но крыжовник все-таки более долговечная культура. На одном месте он способен расти 20-25 лет и более. Его ветки стареют гораздо медленнее, чем у той же смородины черной. И прореживать куст, удаляя старые ветви, нужно буквально через 7-8 лет, когда ветки начнут стареть и сбавлять урожай. Здесь куст у нас молодой, такой проблемы у него нету. И здесь мы ограничимся только удалением, повторюсь, поломанных, больных и перекрещивающихся веток. Также аккуратно приподнимаем те ветви, которые легли на землю, если только у нас не стоит задача размножить крыжовник путем укоренения отводков. Веточки должны идти вверх. При обрезке срезаем на почку, идущую в нужную для нас сторону. Сейчас, в данном случае, если это ветки, наклоненные вниз, срезаем на почку, обращенную вверх. Подробнее об обрезке крыжовника мы уже рассказывали в нашем видео осенью. Поэтому сейчас, весной, мы сконцентрируемся и на других операциях. В частности, на подкормке и защите нашего крыжовника. Он начинает вегетацию. Почки уже набухли, выдвигаются, уже появились первые верхушечки зеленых листиков. Это значит, корни проснулись, они активно всасывают воду и питательные вещества из почвы. И сейчас очень важно подкормить их азотными удобрениями. Это может быть как минеральные удобрения, различные селитры, карбамид, она же мочевина, так и различные виды органики. Компост, настои навоза, настои различных там, болтушек из травы, которые остались с прошлого года, торф, который вкапывается, ну и классический это перепревший навоз. Свежий навоз для подкормки растений не рекомендуется, ведь если его вкопать, он попадет в зону корнеобитания и может вызвать ожоги корней. Количество удобрения зависит от того, какого размера куст. Соответственно, чем меньше куст, тем меньше, и чем больше куст, тем обширнее его крона, тем больше удобрения мы сыпем. Можно вносить как россыпью минеральные удобрения, заделывая в почву, так и растворяя их предварительно в воде и поливая наш куст. Среди болезней, которые поражают крыжовник, пожалуй, самое страшное – это мучнистая роса, а также антракноз, который вызывает листопад у крыжовника в августе месяце, когда можно видеть полностью голый куст, на котором только ягоды и больше ничего. Чтобы уменьшить вероятность заболевания этой опасной болезнью, предупредить развитие мучнистой росы, важно рано весной провести опрыскивание нашего крыжовника препаратами меди, либо фунгицидами широкого спектра действия, такими как хорус, топаз, топсин М. Это поможет уничтожить оставшийся на ветках инфекционный запас грибков и обеспечить растению хороший старт рано весной.
От насекомых рано весной нужно опрыскать также крыжовник такими препаратами, как Актора, либо Децис. Это поможет справиться с различными крыжовниковыми огневками, со стекляницей, которая просыпается и начинает свой лёт, от различного вида тлей, которые любят паразитировать на наших кустарниках. Опрыскивание проводим в сухую, пасмурную погоду, в утреннее или вечернее время, стараясь, чтобы препараты не попали вам на кожу, то есть соблюдая все правила техники безопасности. В таком случае вы сохраните здоровье и своим кустарникам, и себе. Из народных методов чаще всего практикуется обливание кустов крыжовника рано весной или зимой до распускания почек кипятком. Но у нас ситуация такова, что почки уже проснулись, выдвигаются, и этот метод использовать нельзя. Мы можем попробовать обработку 3% раствором перекиси водорода, тоже путем полива. Дело в том, что попадая на кору растения, перекись водорода разлагается с выделением активного атомарного кислорода. И хотя атомарный кислород существует крайне мало времени, ему хватает его для того, чтобы убить болезнетворные грибки, их споры, их мицелий, которые зимуют на поверхности коры. Можно использовать и биопрепараты, но следует помнить, что температура воздуха при этом должна быть довольно высокой для того, чтобы они смогли хорошо подействовать. А также, если это не биопрепараты, то есть не живые культуры бактерий, не живые культуры грибков, можно использовать биопрепараты на основе продуктов их жизнедеятельности. В таком случае температура играет гораздо меньшее значение. И, к сожалению, биопрепараты не обладают такой высокой эффективностью. Они все-таки должны использоваться в комплексе вместе с традиционными методами защиты и способами профилактики болезней. На этом у меня все. Процветания вам и вашим крыжовникам. Подписывайтесь на наш канал «Процветок». И до новых встреч!